Друзья, всем привет! Привет-привет! Вы на канале Крым Онлайн. Вы, наверное, нас потеряли уже. Давно мы не выпускали видеороликов. Друзья, мы очень заняты. Мы починили наш сайт, и сейчас наша основная задача – это наполнение контентом сайта. Мы решили записать для вас видеоролик, вышли в город на прогулку и решили рассказать вам эту историю, потому что были по самое-самое погружены в наполнение. Сегодня... Мы продолжаем наполнять. Да, продолжаем наполнять сайт. Сегодня просто решили уже пойти погулять. В Ялте, в Крыму отличная погода. И мы решили, что пора уже выйти из нашего бункера, записать для вас небольшой видеоролик, чтобы вы нас не теряли. Надеюсь, кто-то ждал наши новые ролики. Напишите в комментариях, обязательно ждали или нет. Скучали вы за нами или нет. Важны ли наши какие-то обзоры, наше мнение на все происходящее. В общем, будем записывать какие-то интересные влоги. В общем, или путешествия. Да, мы с Валей много обсуждали, вот когда работали. Интересно, как же там наши подписчики? Ждут ли они наши видеоролики? Интересно ли им это? Хотели бы они видеть наши лица? Меня, Валентину? Очень интересно. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях, насколько вам интересен наш контент. Насколько интересно общение с нами. Это для нас будет приятно, потому что мы давно не виделись, давно не снимали. Очень много работы у нас по сайту. Мы готовим просто феноменальные обновления. 3 года мы делали обновление, одно обновление. Друзья, представляете, одно обновление на сайте мы делали 3 года. Очень дорогое, мы собирали на него, ну, в общем... Мы закончили, и скоро появится сайт. Он как бы есть, но скоро появится обновление, и вы сможете им пользоваться. Кто нас знает давно, кто с нами дружит, подписан и смотрит наш контент, то вот тут вот я прикреплю ссылочку на наш сайт. Обязательно зайдите, посмотрите. Мы наполнили большой раздел, где остановиться на нашем сайте. Вы теперь сможете бронировать себе квартиры, отели, гостевые дома. Да вообще, в целом, всю недвижимость, которая сдается в Крыму. Я надеюсь, ситуация в мире изменится в лучшую сторону. Все это прекратится. Для самых, кстати, любознательных, повестка не приходила. Но выполнить свой долг я готов. Поэтому как бы мы в ожидании. А пока мы работаем. Как бы есть у нас наше дело, которое мы любим, которым 5 лет занимаемся. Делаем то, что можем. Валя сейчас у нас на сайте, а я на привлечение контента на сайт. В общем, Валя наполняет информацию, а я ищу эту информацию. Будем очень рады, если вы напишите комментарий, кто смотрел сайт. Как вам сайт? Понравился? Будете им пользоваться? Будете ли в сезон бронировать на нашем сайте? Покупать экскурсии на нашем сайте. Друзья, кстати, на сайте есть большая-большая база активного отдыха. Это будет актуально тем, кто поедет в Крым на отдых. Мы собираем все варианты какого-то развлечения, отдыха, чтобы вы поехали и могли найти координаты, телефоны или купить на нашем сайте саму экскурсию, потому что в следующем сезоне на нашем сайте можно будет покупать и экскурсии, туры. В общем, мы там постарались. Реально, работа 5 лет близка к нашему логическому завершению. Да, Валек? Да. Ну, надеемся, что близка, потому что сейчас еще переносим только ту информацию, которая на сайте уже до этого была. Еще в ближайшее время будем наполнять новой информацией, связываться с партнерами, с теми, кто уже предоставлял скидки для нашей гостевой карты, точнее клубной карты. Раньше она была гостевая, как вы помните, сейчас она клубная. В общем, предстоит еще очень много работы зимой, поэтому будем не отчаиваться и смотреть на то, чтобы в будущем все было хорошо. Немаловажный момент – это наша клубная карта, друзья. Те, кто подписался к нам недавно, те, кто пропустил эту информацию, мы разрабатываем в Крыму систему лояльности. Мы создали клуб. Клуб любителей Крыма. И привлекли в него более 400 организаций, которые этому клубу предоставляют скидки. Скидки на приключения, на развлечения, на отдых, на бронь жилья. Все это можно найти на нашем сайте в разделе «Клубная карта». Очень рады, что вы нас смотрите, что вы нас поддерживаете и вы с нами. Еще мы будем очень рады, если вы все-таки ознакомитесь с нашим делом наших последних 5 лет жизни –
дело, в которое мы вкладываем все наши силы, все наше усердие и старание. Мы хотим сделать Крым прекраснее, хотим сделать его понятнее для вас, хотим сделать его доступнее. От этого мы разрабатываем сайт, разрабатываем программы всякие, разрабатываем карты, чтобы, приезжая сюда в отпуск, на отдых, у вас была возможность найти приключения, отдых, и все это было беспроблемно и легко. А программа лояльности наша подарит вам еще и какие-то бонусы. Какая-то компания может дать промокод, какая-то даст вам бесплатное кофе по нашей карте, а какая-то сделает скидку на заселение или активный отдых. Нам нравится то, что мы делаем. Я надеюсь, вам нравится то, что мы делаем. И вы оцените нашу работу по достоинству. На дворе сегодня 1 октября. Мы одели, как видите, джинсы. Я тоже в джинсах. Но капец, как жарко. Погода пришла сюда летняя. Просто. Вот я уже пропотел на футболке. Потно. Валя говорит, в джинсах. Вообще жарко. Жарковато, да. Не так, чтобы прям сильно. Ветерочек периодически такой легкий есть. Обвивает тело. Но как бы в футболке, в принципе, и в каких-то бриджах там или было бы хорошо. Решили мы спуститься до автовокзала. Вале нужно в чистый дом. Я зайду к своему другу. В общем, пеший путь мы держим, гуляем по такой прекрасной погоде. Это короткий путь от нашего дома до автовокзала. Такие вот ступенечки. Мы сейчас туда вот пойдем с вами и спустимся на автовокзал. В общем, вроде расстояние большое, но преодолевается минут за 10. Я когда не жила в Массандре, всегда научилась зато в Массандре, только немножко выше. Я всегда думала, боже, как люди в Массандре живут. А когда узнала, сколько есть таких коротких путей, буквально за 10 минут можно до центра города спуститься. Вот я включаю наушники, ну точнее одеваю наушники, включаю какую-то такую динамичную музыку, и буквально за 10 минут можно спуститься от нашего дома к набережной. Ну, может, там не 10 минут. Ну, 15 максимум. Ну да, 15 максимум, ну а если так прям поспешить, то, я думаю, за 13 уж точно можно спуститься. И вот ты уже на набережной. В общем-то, расстояния такие большие, как кажется. Явно не такие, как в Москве. Наши ступеньки продолжаются, и вон там уже внизу мы видим автовокзал. Как вы заметили, это очень быстро прошло, но на самом деле это максимум 12 минут мы спускались. То есть там уже конечная троллейбуса, конечная маршруток и, в общем, кольцо. Там на Симферополь машины уезжают, автобусы, троллейбусы на Симферополь едут, на Алушту можно уехать. Ну вот, собственно, мы подходим. А вот сегодня ярмарка, кстати. А, да, сейчас. Там же на парковке организовали ярмарку. Да, многие интересуются, многие хотят там переехать в Крым. Как бы, если хотите пожить там в межсезонье в Ялте, то в Ялте вот есть периодически такие ярмарки организовываются. Привозят мясо, разные овощи, фрукты. В общем, видите, как, кстати, с Крыма. Как они называются? Когда? Фермерские продукты. Да, в общем, фермеры. Ну, сами привозят, сами продают. Организовывается такая ярмарка, ну, где-то раз в месяц, может, чаще. Но мы как-то не особо туда ходим, да? Ну да, мы не ярмарочные такие. Ну, надо будет попробовать. Ехать и закупаться по полной программе, а мы обычно так потихонечку. Надо что-то докупили. Ну, людей бы много, смотри. Сколько на ярмарку машин пришло. Глядите, вот такая у нас ярмарка. О, люди там что-то тащат. Короче, целая движ такой, троих. Ну что, на ярмарку или по делам? Да не, по делам сначала. Но тем все равно в ту сторону. Первое, что нам нужно будет, это снять денежку. Вот у нас вот такие вот банки РНКБ. Это один из самых основных банков, в общем, в Крыму. Так что, если нужно снимать денежку, то только здесь. Снять наличные.
Я в последнее время прикладываю эту карту, потому что все время боюсь, что она застрянет, если вот здесь вот пользоваться. В общем, вот такая вот проблемка у меня. Я уже подхожу к магазину «Чистый дом». Вот это вот один из самых больших магазинов, которые есть у нас в Ялте. Это магазин с бытовой химией, разной косметикой. В общем, если что-то всегда нужно, я всегда туда хожу. Ну, в принципе, если так масштабно. Так что имейте в виду. Там есть, кстати, бонусная система. Я, правда, не знаю, по какому принципу она работает. Особо как-то не чувствую разницы с карточкой или без карточки. В общем, вот такое вот место, где можно купить все нужное для дома. Смотрите, здесь даже тапочки есть. Кстати, свою соломенную шляпку в этом году я именно здесь покупала. Даже канцтовары появились. Ничего себе, какой выбор. В общем, короче, пришли и закупили все, что только можно. Вот, кстати, такие вот цены у нас. Освежители воздуха. Всякие разные вот фэри. Большой, маленький. Пишите в комментариях, какие у вас цены. В общем, выбор достаточно большой. Всегда можно что-то выбрать для себя. В общем, вот ушастый нянь, фэри и много-много другое. В общем, купила я не очень много, скупилась на 800 с чем-то рублей. Вот такой вот пакетик, небольшой. В Ялте будьте внимательны, работают эвакуаторы, машины ставьте аккуратно, обращайте внимание на знаки. Приезжают, забирают и как бы потом едете, платите штраф. Поэтому при парковке в Крыму будьте внимательны. Он как раз поехал, наш троллейбус, и уехал, мы не успели. Снимали для вас эвакуацию. Мы немножко подскупились овощей, фрукты сейчас пока не брали, скупились на 210 рублей, как бы цены вполне приемлемы сейчас в Крыму, картошка вот по 40 рублей, помидоры в основном где-то по 100, по-моему, огурцы по 60, ну, в общем, примерно вот такие вот цены. Вот, кое-где еще можно найти арбузы, можно найти дыню,
кукурузу. И кукурузу, да. Вот только хотел сказать, и кукурузу кое-где можно найти. Мы уже подходим к нашему дому, возвращаемся. Сделали все свои дела, скупились. Надеюсь, вам была интересна наша информация, наша прогулка. Ну, а для тех, кто досмотрел это видео до конца, ждите наш следующий ролик. Там будет большой сюрприз, большая новость. В следующем видеоролике мы вам расскажем самую-самую важную новость за последние... Вообще, наверное, самую важную, в общем. Для тех, кто смотрит, интересуется нами. Для тех, кто постоянно с нами, поддерживает нас, досмотрел этот ролик до конца, ждите следующий. В следующем видеоролике будет большая новость. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Boosty, подписывается, тем, кто помогает нам, тем, кто поддерживает наш продукт, ресурс, сайт, который мы делаем. Спасибо вам. Надеемся, вам нравится то, что мы делаем. И в следующем видеоролике вы порадуетесь вместе с нами. Ну что, до новых встреч. До новых видеороликов. Пока-пока. Пока-пока.